Продовольственный магазин сгорел на улице Фролова в микрорайоне Северо-Восток в Петропавловске. Информация о происшествии поступила в МЧС в четверг, 29 сентября в 7:13. На место прибыли пожарные. Через 46 минут после вызова возгорание удалось локализовать, а только еще через почти 2,5 часа полностью ликвидировать. В результате пожара повреждены внутренние деревянные элементы стен и потолка на 80%, а также электрооборудование и товар. Погибших и пострадавших нет. Инспекторы выясняют причину возгорания. Камчатцам напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. От этого зависят ваше здоровье и жизнь, а также сохранность имущества. В случае обнаружения пожара необходимо звонить на единый номер телефона спасения со стационарных телефонов 01 с мобильных 101. Единый номер вызова всех экстренных служб 112.